что делает наши дома такого качества, ураганоустойчивыми, энерго- и водосберегающими и здоровыми для проживания. Ну, это, во-первых, и во-вторых, и в-третьих, это современные технологии строительства. Сейчас вы увидите наши, как мы строим наши дома, технологии нашего строительства. Во-первых, когда залит фундамент, а фундамент – это массивная железобетонная плита, по периметру которой через каждые 48 инчей выходит такая арматура высотой примерно 1 метр. После этого мы собираем стены. И вот здесь самое интересное. Это не обычные стены, фрейм, бруски или сименблокс, цементно-песчаные блоки. Наши стены сделаны из суперизолированного железобетона. И наши стены выдерживают ударную нагрузку ветров до 200 миль в час и имеют коэффициент термоизоляции примерно R47. Ну, для сравнения могу сказать, что обычное строительство – это R5, R6, R5, R6. Мы собираем наши стены из специальных высокой плотности полистириновых блоков, что, кстати, немаловажно, это является сертифицированным грин-материалом, абсолютно не вредным для человека. И что очень важно, что вот эти блоки moisture resistant, то есть водоотталкивающие и пожароустойчивые. В них практически не может завестись плесень, молд, и в них практически они противостоят пожару до 4 часов. Эти блоки являются изоляцией и опалубкой одновременно. Когда мы собрали весь периметр, включая гараж, все стены наружные из наших блоков, все это армируется вертикально и горизонтально. Арматурой называется Rebar No. 5. После того, когда мы перевязали всю эту арматуру, вместе эта арматура перевязывается с той арматурой, которая выходит из фундамента. И получается единый металлический каркас. После того, когда это все сделано, идет непрерывная заливка бетона. Бетон плотностью 3000 PSI, 3000 паунд на квадратный скверфит нагрузка. То есть это высокого качества бетон. И что очень важно, когда стена собрана и уже стадия строительства подходит к установке гипсоплиты внутри, то наша драйвол, вот смотрите, она устанавливается прямо в стене. В обычном строительстве это бруски, это стекловата, в которой всегда аллергены, пыль, мышата, жуки, пауки. У нас этого нету. Снаружи наша стена тоже очень прочная, имеет три слоя покрытия. Первый, стена, наши блоки промазываются специальным акриловым клеем со смесью с цементом, раствор и клей. Пока это все еще мокрое, это состав на стене, приклеивается специальная fiber mesh, то есть это как леска сплетенная, как-то называется этот материал, не знаю. Но здесь по-английски это fiber mesh. После того, когда это все высохло, идет уже наружный еще один слой покрытия, это уже декоративная штукатурка. То есть эта стена получается намного-намного прочнее, чем стена обычного строительства. Благодаря изоляции крыши разница температур между жилым помещением в доме и чердаком всего в самое жаркое время 3-4 градуса разница. Благодаря этой изоляции мы не делаем отверстий в крыше, вентиляционных отверстий. И когда идет ураган или торнадо, ветру некуда зайти вовнутрь и разорвать эту крышу, потому что она запечатана. Наши дома выдерживают ураганную нагрузку до 200 миль в час. Вот смотрите, 21 век, климат меняется, и неизвестно, когда можно ожидать очередной, когда и где можно ожидать очередной удар стихии. Практически каждую неделю мы увидим по телевизору, или городок унесен там торнадо, или разрушен ураганом и так далее, или выгорела какая-то улица. Вот за мной вы видите вот несколько фотографий. После урагана Катрина, во время урагана Катрина в 2005 году, который буквально смыл половину Нью-Орлеанс. И вы видите на этих фотографиях только один дом, который выстоял после прохождения ударной 6-метровой океанской волны. Вся эре смыта. Вся эре смыта с людьми, с животными, с домами. Ничего. Только один дом, который находился вот в стадии строительства, он остался стоять. Вот так мы строим наши дома. На этих фотографиях вы видите дом,
городок в штате Висконсин, который был буквально унесен ветром. И только один дом, вы видите, вот голубая крыша, выстоял. Этот дом построен точно по такой же технологии, как строит наша компания. А на нижней фотографии вы видите Сан-Диего. Красивый город в штате Калифорния. Вы видите улицу, которая выгорела вся дотла. И только три дома стоят нетронутые. Вот именно так мы строим наши дома. Благодаря нашим стенам, благодаря нашей изоляции крыши, благодаря еще многим-многим вещам, что в общем это называется современная технология строительства. Но не только безопасное жилище важно в наше время, но еще оно должно быть и экономичным, и здоровым для проживания. Экономичность – это немаловажный фактор сегодня. И дома, которые строит наша компания, энергосберегающие и водосберегающие. Люди, живущие в наших домах, платят примерно до 70% меньше по оплате счетов за электричество и воду в месяц. Также страховые компании квалифицируют наши дома как дома высшего строительного качества, что значительно снижает стоимость страховки. Но это, наверное, не самое главное. Самое главное для меня, моих ровесников, это то, что все наши дома, которые мы строим, здоровые для проживания. Внутри дома здоровая среда питания. В них практически отсутствует пыль, аллергены, плесень. И люди, страдающие астмой, аллергическими заболеваниями, сердечными заболеваниями, чувствуют себя внутри дома комфортно. Качество нашего строительства и те преимущества, которые получают наши покупатели, 6 независимых агентств удостоверяют своими сертификатами. Мы приглашаем к сотрудничеству агентов по продаже недвижимости не только из Соединенных Штатов, но и из других стран. Для ваших клиентов, которых интересует покупка недвижимости в Америке, мы обеспечиваем все условия для получения легального статуса, то есть грин-карты. Итак, ваши клиенты могут иметь лучшего качества продукт и возможность легализоваться в Америке.